Цитирую, опыт эксплуатации показал, что они совершенно нерентабельны. Загрузка не превышала 10-20%. Фактическое время хода от Новороссийска до Феодосии составляло от 4 до 6 часов, сказал министр транспорта Крыма Андрей Бесалов. Также обсуждался вопрос возвращения скоростных пассажирских катамаранов «Сочи-1» и «Сочи-2». Они перевозили пассажиров из Краснодарского края в Крым и обратно летом 2014 года, когда складывалась наиболее сложная ситуация на Керченской паромной переправе. Однако министр транспорта Крыма отметил, что лишних денег на содержание катамаранов нет.